Смотрите далее. Тренды следующего лета. Какие вещи стоит приобрести в этом сезоне, чтобы они были актуальны и в следующем? Посмотрев около 30 показов, неделя моды выделила основные тренды в мужской моде на следующее лето. Первый и главный – это, конечно, яркие цвета. Безусловно, никто из дизайнеров не настаивает, чтобы мужчина с ног до головы одевался в монохромный ансамбль. Это исключительно подиумное решение. А для жизни вполне будет достаточно яркого аксессуара – шарфа или сумки. Что касается сумок, они в следующем сезоне должны быть только большого размера. Такие, с которыми удобно отправиться в небольшое путешествие. Если штаны, то только подкатаны. Причем уместнее всего сочетать их с мокасинами на босую ногу. Это предлагают делать практически все дизайнеры. В целом, следующий летний сезон будет раскрепощенным. На подиумах доминировала одежда, как бы поношенная и потрепанная. Конечно, все это должно быть в меру. Привычные галстуки в следующем сезоне стоит заменить на бабочки или небрежно повязанные шарфы. А если уже надевать украшения, то только с налетом этники. Из радикальных предложений для следующего сезона на первом месте – блестящая одежда. Причем чем ярче она сверкает, тем лучше. Это смело доказал дизайнерский дуэт Dolce & Gabbana, у которых даже домашний халат вышит крупными стразами. Бесспорно, главное для каждого современного мужчины, вне зависимости от его возраста и положения, оставаться настоящим мужчиной. С вами была я, Дарья Шаповалова. До встречи в следующее воскресенье.